Настоящий ажиотаж можно было наблюдать в фойе театра кукол. Здесь своих юных гостей встречали артисты, которые покоряли сердца своей самой трепетной публики забавными миниатюрами. Параллельно с этим проходила презентация студий, существующих на базе театра. Главная цель сегодня – сделать новое здание многофункциональной площадкой, на которой каждый малыш смог бы найти развлечение по душе. Уже приступили к новой постановке, к новому спектаклю. Называется «Как я стал путешественником». Федор Конюхов. Идет процесс. Идут уже репетиции, готовятся декорации. Я думаю, это будет интересный спектакль на малой сцене. Будет интересно и маленьким, и большим. Ну, впереди у нас Новый год, путешествие стрелы, голубой стрелы. Ну, и думаем, серьезно, на следующем сезоном, по следующему году, что мы будем, чем мы будем удивлять. Конечно же, это будут постановки и для взрослых. И для детей ведем переговоры. Сказку о потерявшемся мамонтенке показали в первый день нового творческого сезона самым юным брещанам. Благодаря игре актеров и неподдельной искренности, которую они транслировали в зал, публика смогла прочувствовать с одной стороны грусть главного героя из-за его потери мамы. С другой стороны, все это было настолько трогательно и мило, что не могло оставить равнодушными ни детей, ни взрослых, которые в этот вечер открыли для себя театр кукол с новой стороны. Это очень интересно, это развитие прежде всего его. Ну, мультики мультиками, сейчас современные мультики немножко странные, но для нас, а куклы это, мне кажется, очень интересно. Новый творческий сезон обещает быть насыщенным. Публику ждут как многочисленные детские постановки, так и спектакли для взрослых. Своеобразным сюрпризом для брещан станет новогодняя сказка, которую актеры обещают предоставить публике уже в декабре. Анастасия Ноздрин, Плотницкий, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин, телекомпания БукТВ.